В Лоймальском леспромхозе состоялся всесоюзный семинар по сохранению молодняка при лесосечных работах. Константин Демин, начальник лаборатории Карельского института лесной промышленности, рассказал гостям об опыте лесорубов республики. Думать о будущем леса значит не только вести посадки, но и хранить молодняк. Деревья при рубке здесь валят так, чтобы не повредить подростка. Как это лучше сделать, хорошо знает вальщик Михаил Муха. Свои приемы он показывает гостям. А вот так, после обрубки сучьев, в леспромхозе трилюют хлысты, вершины вперед. Пройдут годы, и на этом месте вновь зашумит кронами деревьев молодой лес.